прежде всего, эта выставка формирует лифтовую отрасль как отрасль. Это не просто поставщики каких-то подъемных механизмов для бесконечного количества наших генподрядчиков. Это отдельная отрасль со своими законами, своими потребностями, своим вектором развития, со своими амбициями, своей прибыльностью. Мы очень горды тем, что мы являемся частью истории успеха этой отрасли. Мы бы очень хотели, чтобы на этой выставке также обсуждались вопросы методического характера, возможно, с надзорными органами, возможно, с органами власти. Это тоже дискуссионная площадка, а не только смотр достижений. Каждый год мы хотим показать какие-то свои новшества, посмотреть на конкурентов, коллег, выслушать их мнение. На основе этого двигаться вперед. Сейчас там подписываем несколько договоров прямо уже непосредственно на выставке. В связи с этим цели мы считаем, что достигли. Вот это первое. Второе, у нас была идея, чтобы наш вот этот индивидуальный лифт, да, получил все-таки какой-то заслуженный там отзыв. Мы ее добились, да, получили гран-при как лучший лифт. Это практически единственная площадка, где можно презентовать свою продукцию, свою концепцию, свое видение, свой подход коллегам-лифтовикам и потенциальным заказчикам. По своей сути, как выставка, это площадка для обмена опытом, чтобы производители могли похвалиться, что они придумали нового, что интересного. Поставщики обмениваются информацией, подсматривают друг у дружка, кто что придумал, делают себе планы на развитие. Наш завод уже работает более 55 лет, и еще в Советском Союзе очень много лифтов поставлял в Российскую Федерацию. Поэтому все наши клиенты здесь, все наши покупатели – это прекрасная возможность показать себя и пообщаться. Всех посетителей, которые мы хотели видеть, мы здесь и видим. Как правило, лифтовые компании, это могут быть какие-то строительные компании, партнеры, это и конкуренты. Я думаю, что это хорошая площадка, где можно не только посмотреть и на конкурентов, и на поставщиков компонентов, что нам важно для развития продукта. Это та площадка, по сути, единственная сегодня, где реально можно переговорить с всем сообществом. Поэтому нам, конечно, интересно здесь быть. В целом, это единственное крупное отраслевое мероприятие, где так или иначе можно увидеть, что делается в нашем сегменте рынка. До этого мы все время приезжали сюда посетителями, просматривали экспонентов, общались и поняли для себя, что, в общем-то, есть смысл показаться и представить оборудование и поговорить с заказчиками напрямую. Поэтому вот в этом году, как в школу, первый класс, первый раз. Вы знаете, эта выставка однозначно нишевая выставка. На нее приходит подготовленный слушатель, подготовленный клиент. Мы работаем именно с целевой аудиторией, поэтому мы с благодарностью участвуем в этой выставке. Это своего рода уникальный шанс пообщаться с российской аудиторией именно в производстве лифтов. В качестве официального представителя это второе наше участие. В этом году, как и в 2019, мы стараемся напомнить о себе, что такое производство, как Металлшнайдер. Германия, оно существует и оно присутствует на российском рынке больше 30 лет. Занимаемся и выставляемся только потому, чтобы хотели бы быть лучшими. Сегодня у нас три кабины, они абсолютно новые. Буду надеяться, все, что мы здесь покажем, будет, ну, воспринято благоприятием. Надо сказать, что интерес есть как у пользователей, строителей, так и управляющих компаний, регулятора. Я являюсь представителем предприятия, которое изготавливает подъемно-транспортные машины. И мне на этой выставке интересны были системы безопасности, которые применяются в лифтах, которые мы могли бы применить в своем оборудовании. Я занимаюсь импортом комплектующих лифтового оборудования. Соответственно, хотел найти здесь, ну, так сказать, контакты какие-то новые. Соответственно, посмотреть, что предлагают сейчас на этом рынке. Да? Собственно, почти все успешно. Дорогие друзья, до встречи в 2023 году в Москве на ВДНХ на выставке Russian Elevator Week.